Такой день на канале Мир Белогорья. Мы продолжаем выпуск. Сегодня в эфире Мира Белогорья новый выпуск программы «Физкульт-привет» с его неизменной ведущей Дашей Анискиной. На какой праздник занесло нашу непоседливую коллегу на этот раз, об этом она сама и расскажет прямо здесь и сейчас. Даша, привет! Привет! Какой чудесный венок, откуда ты его привезла? Из-под Сиреннего. Это был фольклорный фестиваль памяти Ольги Ивановны Манечкиной. И я могу сказать, что это мой самый любимый фестиваль. Правда? Да. Что ж так покорило твое сердце? Да все, это атмосфера, песни, бабушки. Это 10 из 10. Ну да. Классно, давай тогда посмотрим анонс и еще поговорим. Давай. Среднем. И это фольклорный фестиваль памяти Ольги Ивановны Манечкиной. Что такое пересек? Вы такая красивая, но вы явно не... Коллектив. Да, вы что? Здравствуйте! Свой свояка издалека, правда? Это я дочь Ольги Ивановны. Что-то за год меняется или все так же? Даш, ну вот и тебе я задам тот же самый вопрос. Ты уже была на этом фестивале в прошлом году. Что-то за год изменилось? Ну, как сказал местный гармонист, если стоять на одном месте, то ничего не изменится. У них каждый день все новое. Да, но если серьезно, то фестиваль с каждым годом расширяет свои границы, больше гостей, больше песен. И я надеюсь, и все жители Подсереднего, что в следующем году он станет всероссийским. Ну, круто! Да. Слушай, ну тебя же там, наверное, уже встречали как свою. Да, да, гостинцы передали, но их я съела, а подарки до тебя довезла. Да, это диски с подсерединскими песнями и диск с Ольгой Ивановной. Ой, спасибо большое, вот такой значок, а диски я как-нибудь... Послушаю, если будет где. Ну, на самом что деле, здесь на них? Вот, Подсереднее славится не только своими песнями, но и пересеком. Это такой танец, когда все громко топают, но не просто так, а в определенном ритме. Вот, смотри, отбивай целую ноту. Вот так же, как ты? Да, отбивай. Даш, ну я-то сбиваюсь в этот момент. Не сбивайся, давай еще раз. Смотри, отбивай целую ноту. Вот я тебя сейчас пересекаю, это и есть пересек. Вот то же самое, да. Только ногами. Ногами? Да, только ногами. Слушай, давай после выпуска договорились, сейчас посмотрим, а потом попробуем это сделать ногами. Отлично. Давай посмотрим, что же ты все-таки нам привезла.